Конец!
План правда оказался лучше моего? Я надеюсь, ты получил ровно, что и хотел. Пока еще нет.
Думаешь, лишь тебе подвластны чары сдерживания? Много, очень долгих зим. Я размышляла, что скажу тебе, глядя, как ты испускаешь дух. Но теперь поняла, что ты должен знать только одно. Больше ты надо мной не властен. Узнаю, мой фрик. Я и забыл, как тебе идут крылья. О, муж мой, ты всегда искал знаний. Что ж, давай я покажу тебе, каково это все потерять. Склонись предо мной! Я тебя любил. Правда? Ты никого не любил! Отец! Фрейя! Молодец, Локи! Нет-нет-нет! Нет, хватит драк! Нет, все это уже не важно. Настал твой час, Локи. Гро хотела спрятать тебя, но это твоя судьба. Быть воином йотунов. Лишь он может надеть маску. Узнать всю правду о сути бытия. Раскрыть тайны жизни и смерти. Конец тревогам, конец сомнениям. Вот твоя цель. Надень маску. Спроси. Задай ей вопрос. Решать тебе, сын. Я тебе верю. Ради чего тогда все? Ты хочешь быть никем? Как и быть? В атаку! Ты так давно этого ждала! Правда, Фрик? И я тоже! Слишком поздно! Лети! Стреляй из лука! Я попал! Я тоже! Слишком поздно!
Тебя иди! Достань его! Лети! Стреляй из лука! Ради чего? Лида! Лудя!
Ваш сын тоже от них настрадался? Твои стрелы! Спиза! Я мог получить ответы. Я мог познать правду. Ты меня этого лишил. Я мог сделать жизнь лучше. Мы могли сделать 9 миров лучше. Тебя волновали не миры, и не я, а лишь ты сам. Ты все уничтожил. Мой дом, семью и царство. Ты это сделал. Ты так решил. Убил родного сына. Не было выбора, мне пришлось. Выбор всегда есть. Остановись. Ты можешь стать лучше. Не могу. Я должен знать, что будет дальше. Я не отступлюсь. Ну зачем ты это сказал? Софна. Апфра. Тесу. Софна. Йетана. Софна. Софна. Что нам с ним делать? Я поклялся, что дам тебе самой выбрать, жизнь или смерть. Я так долго ждал. Но теперь чувствую. Я исцелюсь и без этого. Мы остановили его. Вот самое главное. Рагнарёк, он здесь.
пути. Куда именно? Нужен выход. Как? Магия великанов. Так, за мной. Скорее. Окажешься там, где и должен быть. Пришел в себя. Проснись, Атрей. Проснись. Рада, что ты очнулся. Да. Где мой отец? Где-то здесь, в этой роще. Он будет рад тебя видеть. Спасибо, Эйр. Как мы все сюда попали? С помощью вашим, твоей подруги с волком-великаном и удивительным талантом валькирий к перевозке достойных, мы смогли доставить выживших в рощу Хадимира. Выживших много? Больше, чем мы надеялись. Мы занимаемся ранеными. Остальные разбивают лагерь в глубине рощи. Может, Фрейер все-таки... Боюсь, что нет, Атрей. Ясно. Спасибо, что подлатали меня. Передохни, тебе сильно досталось. Она ведь все еще где-то там. Ненадолго. Фрей об этом уже говорила. Мы покончим с Гна. Так или иначе. Убила бы за шанс посмотреть. Мам, все в порядке. Тихо. Труд. Локи! Я так рад, что вы уцелели. И еще я хочу сказать. Я вам соболезную. Тор, он был... Он попытался. Жаль, что я не смог сделать больше. Вашу скорбь ничем не сгладить, но... Надеюсь, мысль о том, что Одину конец, хоть немного радует вас. Да, весьма радует. Локи, сражаться вместе с великаном – большая честь. Знай это. Вы останетесь в Мидгарде? Недолго. Потом мне нужно кое-что отыскать. А я помогу Хильдисвине переправить остальных асгардцев в Ванахейм. И обустроиться там. Надеюсь, там они смогут начать все заново, как и вы. О, Труд, надеюсь, ты найдешь то, что будешь искать.
Удачи. До встречи, Локи. Береги себя. Сильно оба твоих оружия пострадали? Немного. Так, пара царапин обычно. Ладно, займемся ими позже. Думаю, нет. Мне надо найти отца. Хугин нацелил. Повезло. Если ты отнесешь эту древесину Брани, Скьёль? Она... О, Локи! Рад, что ты меня не забыл после того удара по голове. Это же тебя ударили по голове. Все как в тумане. Может, это кто-то другой был? Ну ладно. Слушай, я так рад тебя видеть. И я рад, что ты цел. Похоже, ты очень занят. О, я просто хочу быть полезным. Скоро всем будет на чем спать, а твои друзья-волки очень помогают с охотой. Думаю, еды для всех достаточно. Да ладно. Серьезно, да. И спасибо тебе за все. Без тебя и твоих друзей нас бы тут не было. Мы сделали то, что должно. Жаль только, что удалось спасти не так много людей. Локи, ты молодец. Спасибо, Скьёльд. Береги себя. Но ты же меня знаешь. Никто не видел запасных одеял? Снег может и тает, но тут все равно довольно холодно. Паренька тоже! Скаль! За парня! Скаль! Нас бы не было здесь, если бы не вы. И не подвиг Фрейра. Верно. Мы как раз обменивались собственными байками о Фрейре. Да, да. Так о чем я? А, перед встречей я думал, что увижу воина. Гениального стратега. Прирожденного вождя. Слава бежала впереди него. Но сам он оказался совсем другим. Но все равно мне понравился. Он был просто невероятно добрым. Он был еще и симпатичным. Точно. К тому же очень обаятельным. Хватит, а то я из-за вас сейчас опять разревусь. Извините, мне надо найти отца. Береги себя! А помните тот случай, когда загорелся скит Владнир? Вообще-то, если я правильно помню, именно ты сама его и подожгла. Я же не нарочно! Откуда мне было знать, что он так легко загорится? Ты серьезно? Может, не стоило хвастаться зачарованными мехами так, что искры повсюду летели? Ха-ха! Да, так все и было точно! Ой, командир был в бешенстве. Ты очнулся? Хорошо. Фрейя. Он сделал выбор. Я не могла этого изменить. Он всех спас. Я этого не забуду. Я думала, у меня есть семья, но ее отняли. Зато я обрела покой в семье, которую выбрала сама. Знаешь, твоя мама была права.
Ты все же дорос до этого лука. Ты выдающийся воин. Но что самое главное, у тебя доброе сердце. Никакие испытания этого не изменили. Я горжусь тем, каким ты стала, Трей. Спасибо за все. Мне надо найти отца. Ступай. Атрей! Ох, ну и напугал ты нас. И я рад тебя видеть, Мимир. Слушай, я хочу сказать спасибо. А, ну а чего еще ты ждал от умнейшего из живущих? Спасибо не только за твой ум. Ты меня слушал, ты меня учил, и, словом, ты мне практически как второй отец. Парень. Нет. Я хочу, чтобы ты знал. Я очень тебе благодарен. Я тоже тебя люблю, братец. До встречи, Мимир. Рад снова тебя видеть, Атрей. А я тебя, Хильди Свини. Идешь в Ванахейм вместе с асами? Так и есть. Не думал, что увижу, как ваны и асы станут соратниками. Какой высокомерный оптимизм. Да, пожалуй. Мы предложили им приют, но сомневаюсь, что все наладится так уж быстро. Ну, есть к чему стремиться. Да, и начать с учтивости. Тут внизу здорово, да? Тихо. Все у нас хорошо. Ты сегодня отлично справился. Я тобой горжусь. Может, позже найдем тебе угощение. Ладно. Теперь я. Кто это там? Да, мы знаем. Может, однажды я тебя подловлю. Зато смог удивить. Ты был в хороших руках. Спасибо, что спасла нас. Я решила, будет лучше, если сама напишу концовку. Ты ведь еще не сказал отцу, да? Не сказал о чем? Брось. Видение великанов. Я уже видела. Понимаю. Я твержу себе, что должен это сделать. Но просто не знаю, как сказать. Идем со мной. Хочу кое-что показать. Вам обоим. Я не хочу мешать. Это и для тебя. Атрей, я рад, что ты цел. А я рад за тебя. Ну, так чем кончилась та история? Что? Перед Рагнарёком. Ты обещал рассказать позже, если я усну. Когда смерть пришла, то спросила, зачем старик ее позвал.
Взглянув на нее, старик понял, что поторопился со своими пожеланиями. И попросил смерть, чтобы та помогла ему закинуть поленье за спину, и он мог продолжить путь. Он не был готов умереть. Он хотел продолжать жить. Как там много дыма. Когда Асгард пал, его обломки разлетелись по всем мирам. Возможно, где-то там остались выжившие Эйнхири. Но я привела вас сюда вовсе не за этим. Мама? Мой храм в Йотунхейме. Она его разрушила. Чтобы мы не знали свою судьбу. Из-за нее мы выбрали свой путь. Она пошла против своего народа. Нашего народа. Чтобы защитить вас. Не все открываются. Прости. Отец, я хотел с тобой поговорить. Ведь есть и другие великаны. Я должен их найти. Я даже знаю, где их искать, но... Это только мое бремя. Я должен идти один. Я не хочу идти один, но... Я должен. Трудно объяснить. Тебе страшно? Да. Вот поэтому и пойдешь один. Как ты учил? Да. Мы еще живы, потому что ты выбирал, кто враг и кто друг. Сын. Ты готов? Помни наш уговор. Локи уйдет. Атрей останется. Береги остальных.
ожидал. И что дальше? Нужно многое сделать. Многое восстановить. Вы со мной? Да. Мы справимся. Вместе. Фрея, не стоит ли поговорить о Гна? Нет, не стоит. Нам просто надо ее найти. Но Один же сделал ее новой королевой Валькирии. Богиня Ванов, твоя подруга. Гна давно присягнула на верность Асгарду, и дружба сразу прервалась. Что случилось? Я сделала выбор, который она не смогла принять. Кратос, она меня ненавидит. У нас с ней будут проблемы. Может, лучше нам найти ее первыми? Теперь выпьем за нашего здоровяка! Скаль! 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 По нескольку десятков в каждом. Семьи, конечно, разлучать не будем. Береги себя, Кратос. Спасибо. Я это ценю. Мы возьмем с собой все припасы, какие есть. Хотя их немного. Не переживай. Все, кто здоров, могут отправиться на поиски припасов. Асы и Ваны. Вместе. Генерал, леди Фрея, Мимир, госпожа. Воительницы. Блессадур,
Дорогая Фрейя, ты нашла изменницу Гна? Еще нет. Но скоро. Еще кое-что. Прими наши соболезнования. Из-за чего? Из-за твоей семьи и брата. Мы не хотели вмешиваться, сестра. Это было в прошлой жизни. Память лежит в руинах. Я удивлена, что хоть что-то осталось. Жаль, я об этом не знал. Я бы понял, я... Что сделано, то сделано, милый Мимир. Спасибо за добрые слова. Куда теперь? Можно завершить оставшиеся дела в других мирах. Или поискать обломки Асгарда. Так или иначе, мы с тобой, брат. Еще Лунда сказала, они собираются почтить память Брока в таверне Рэба в Свартальфьеме. Попасть бы туда.
Фрея, хочешь загадку? Если хочешь ногой по лбу. Отгадала. Мимир, я хотела кое о чем спросить. Хильдисвини рассказал мне о том, как вы заручились помощью армии Хельхейма, но отчего-то не стал вдаваться в подробности переговоров с Крёстой. А, да. Понятно, почему он не захотел об этом рассказывать до того, как увидел, что мы выжили. Мимир, что именно ты пообещал большой птице? А, да ничего такого. Она просто хочет на покой. На покой? Орлица Хеля и на покой? Разумеется. И не спрашивай, чем она будет заниматься. Варианты тебе вряд ли понравятся. Разве она вообще может оставить Хель? Видимо, да. Ей нужен отдых. Кто-нибудь другой займет ее место и будет воплощать Хель. Вряд ли на ее место найдется много желающих. Да. Ужасная погода, никакого отдыха, постоянная угроза случайно учинить во всех мирах страшную беду. А если тебе еще и не доверяют полностью? Но если она уйдет, а замена не найдется. Наступит настоящий хаос. Да, не стоило спрашивать. Эй, Кратос! Что стряслось? А, нет, 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 ничего, просто хотела сообщить, что мы собираемся проститься с Броком в Свартальфхейме. Похороны? Да. Собираемся в таверне Рэба в Недовелире. Мы придем. Неплохо ты потрудился, Врагнарёк. Жаль, я не видела, как вы с Синдри разобрались с Тором и Одином. Все было не так. Может, и не так, но мне нравится это воображать. Самое главное, что Один сполна заплатил за то, что сделал с Броком. Знаю, это ничего не исправит, но все же. Привет, Лунда. Привет, богиня. А, насчет твоего брата. У меня не было шанса сказать. Я знаю, в такие моменты принято выражать соболезнования, но я всегда знала, что этот красавец далеко пойдет. Что однажды он совершит нечто великое, и я просто горжусь тем, что теперь все в девяти мирах тоже это знают. Я... Спасибо. Не за что, госпожа. Госпожа. Украшение – это очень важно. Ого! Как же тебе идет! Чем я могу помочь богине? Неплохо.
Знаешь, что хочешь?